Губернатор Сергей Носов в соцсетях показал, каким может стать старый причал в Нагаевской бухте. Глава региона уточнил, что это один из вариантов проекта, который сейчас рассматривается. Строителям поставили задачу к 1 сентября завершить работы. В ближайшее время здесь проведут отсыпку и бетонирование. По словам Сергея Носова, пирс будет местом для отдыха и рыбалки, куда приятно приходить с семьей. Напомним, пристань в Нагаевской бухте должна была реконструировать в рамках социального партнерства, то есть в подарок городу, компания «Бульвер», которая выполняла работы по берегоукреплению. Но так как она находится в состоянии банкротства, работы на пирсе 1939 года постройки приостановились. Прежний причал был деревянным, в аварийном состоянии. Его убрали. Теперь тут будет смотровая площадка для города. Благоустройство планируют провести в следующем году.